Смотрите, как классно. Еще мы гуляем после ресторана. Очень вкусно поели. Посмотрите, сколько людей здесь вот так сидят. У многих стульчики, столики раскладные. Сидят на стульчиках. Просто люди кушают. Кстати, вообще не бухают они. Что-то у них с бухлом вообще здесь. Не дружат они с бухлом. Там море. Выглядим мы, конечно, не очень, но как мы. Я, блядь. Не очень. Пришли к Ане. Будем ночевать у Анечки. Вот Игорь. В обморочном состоянии. Покушал, попил. Включай, Игорь, телевидение. Я вам еще вам еды предложу. Еще раз? Еще еды предложу? Нет. Еды? Аня, с ума сошла? А что? Мы то не доели. Владелец апартаментов. Девчонки еще не сошли с тобой? Ну как они сойдут с ума? Наливай. А что будем? А нихуя, да нет, наверное. В смысле? А что есть? А что вино, есть? Вино, виски. А пиво ты выпил? Пиво. Можно вино. Какое? А какое есть? Белое, красное. Красное. Белое. Белое? Ну, блядь, я же не Зинфандель-то. А почему Зинфандель не привез? Что, включим этого монстра большого? Кстати, реально, что тебе Зинфандель привез? Я тебе заказывал, кстати. Серьезно? Да, я тебе подожди, вино. Подожди, а может, ты привезли какое-то вино? Не какое-то, да, но не то. А, серьезно? Господи, потому что мы в аэропорту только вспомнили об этом. Ну да. Смотри, сразу прям. Планета, блядь. Какой-то канал, блядь, включила Аня. Спутник Ви. А это что, какая-то вообще это война, блядь. Анечка, давай вина, иди, наливай. Ну давай, иди наливай, чуть-чуть. Слушай, здесь пластовый, вообще. Это огромный телек вообще. Вообще офигенно, телек. Телек реально, блядь, когда тут. Вот всю стену, блядь. Вот вот, Ань, что ты улеглась-то, можно узнать? Вот так вот сделать, смотри, ножки можно вот так сделать. Что ты улеглась? Ножки, ножки, ручки. Ручки. Мы вино не пьем? Ну так иди, вставай. Аня, куда я должен встать, скажи? Я же не знаю. Я же в гостях. Я же гость. Подожди. Подожди. Давай, поработаю. Давай. Беленькая. Не, давай белая, давай белая. Чтобы нас сильно нахуй не унесло. Чтобы нас сильно не размотало. Беленькая. Белая одну какую-то плохую. Убираем. Ну, давай шарданы. Вот это я не знаю, что это такое. Я тоже не знаю. Аня, любое. Вообще пофиг. Вот это, да? Открываем. Знаешь ли ты? Так, а где? Давай. О. О. Что так сложно? А можно телевизор подключить? Фашистские истории, которые не приводят к чему хорошему в Ютубе. Все ушли, блядь, по туалетам. Все разбежались. Вот Аня пришла. Фух.
чувак. Жарко. Жарко, да, блядь, пиздец, реально жарко. Пиздец. Ан, ну как ты здесь будешь жить-то, а? Скажи, что ты знаешь. Может, ты дома поедешь? Может, ну нахер это все решили? Я таракан побежал, прикинь. Таракан? Да, блядь. Таракан? Подожди, где? Все убило. Убила? Бинго? Нет. Тараканчик. Это не от меня, это... Понятно, что не от тебя. Турция. Турция. Молодец. Я ж мужик. Конечно, получилось, Ань. Я прям горит тело. Просто реально я горит. Я тебе помогла, но у меня нечего. У меня есть этот какого. Нашип. После загара. Ну, если Игорь кинул в сумку. Не знаю, кинул, не кинул. Целую палетку пива убывать. Понимаешь? Шишки. Ань, мы в этот одинокий убиваемся? Ну, нет? Можно быть, не хочу. Какие? Смотри, у Ани есть. Смотрите. Смотрите, у Ани есть какие? Под чаек. Турецкий. Ты пьешь из них чай? Турецкий чай. Что ты разбила, можно узнать? Фисташки тут зателись. А где дружи другие? Один бокал, Ань. А вот где полки стоят, там их бокалы. Все помыто. Кстати, во. Классные бокалы. Игорь, наверное... Игорь, ты жив? Ты будешь вино? Я знал. Ну, приходится периодически проверять, блядь, его на жизнеспособность. А? Сморозила ледик. Как ты молодец, ну конечно. Давай. Какой ты молодец, Ань. Что тут тебе есть? Ого, блядь, ледик. Какой? Ты, блядь, целуете. Атлантический океан. Чё это? Нет, ну ты что? Это и его много. Давай купим уже. И пойдем по домам. По спальне хотел. И пойдем по спальне. Блин, ну как классно. Такую большую квартиру, да? Конечно, классно. Давай купим за то, что у нас. Чтобы у нас была такая квартира в Москве. Да. Хорошо. Хорошо. Не то чтобы на красной. Что ты потолок там показываешь, я не помню никак. Я такая сразу собралась. Просто переживаю. Все-таки строгие подписчики, они все время говорят, что ты там. Ты просто напишешь, что я в говно. То еще что-то, то это не так. Я все время, знаешь, когда ты на меня наводишь камеру, я все время, знаешь, такая собралась. Все не так. Ну. У кого все хорошо в жизни, тот не напишет гадости. Понимаешь? Об этом можно долго говорить. Не, ну слушай, ну это замечательное пространство. Ты бы хотел себе такое дать? Конечно. Посмотрите. Ну как такое не хотеть? Это же вообще, мне кажется, идеальный вариант. Это реально идеальный вариант. Чтобы была вот такая гостиная с кухней. Спальня и спальня. Гостевая. Да, да, да. Кабинет. Еще и два санузла, блин, так на минуточку. Ну да. Это вообще вариант идеальный. Идеально. А может тебе купить эту квартиру? Ну, можно, но... Она не продается? Или нахер это нужно? Не, ну я думаю, что такая она стоит не так много. Не так много. Ну, а с другой стороны, 50 тысяч рублей в год, а это сколько? 500 получается? 10. Подожди, куплять. Ну да, 500 тысяч. 500 тысяч. Подожди, за 10 месяцев 500.
600 в год. 600 в год. Блин, она растет сколько? Ну, ты понимаешь, что прежде чем что-то покупать, когда ты, да, здесь еще не понимаешь уже даже какой район, что как. Да, вот мы сейчас прошли, я первый раз прошла здесь, поэтому как-то покупать. Mm-hmm. Покупать ты можешь, когда ты пожил, когда ты. Да, живу, ты понимаешь, что... А как это район называется? Лара? Лара? Нет, это Мурат Паша, а улица Лара, да. Ну, это Лара, Мурат Паша. Мурат Паша – это такой дистрикт. Мурат Паша и Лара, запомните. Там, где скалы, там, где красивые пляжи, места. Это не Кони Алты, где все пряненько. Какие кони? Кони Алты – это… Какие еще кони? Кони Алты. Район? Кони Алты. Я уже разговаривала на турецком. Кони Алты. Это вот соседняя страна Анталия. То есть там. Какая вообще... страна? Ну, она как дугой так сделана. Ну, сейчас мы это не Турция? Кони Алты. А ты говоришь, соседняя это страна. Это район. Вот это мы сейчас Мурат Паша. А Кони Алты не страна. Кони Алты. Сторона? Сторона, да. Это соседняя страна. Вот. И как бы здесь получается, здесь вот такой берег, а там вообще другой. Там просто плоско все. Я там была. Там тоже набережная. Там не деревья, да? Ну, там есть, там просто набережная, она такая более широкая, она такая более лысая, и такая, знаешь, ну, не знаю, как в Ницце. Хорошее сравнение. Я, блядь, не был в Ницце. Ну, блин, такое. Ну, мне здесь больше нравится. Да? Здесь вот эта вот скалистость, вот эти вот, ну, зелени больше, нет, вот это вот, знаешь, такая прямая линия, одно и то же, 15 километров. А здесь вот это вот такое все бухточки. Да, да, да. Ну, прикольно, на самом деле, Игорь вышел из офиса, из кабинета. А вы бухаете? А мы бухаем, Игорь. А мы такие. Так, ты нашел там что, полотенце? А ты не сгорел? Я сгорел. Ты тоже сгорел, да? Да. Ну, не масса, не написать. Я могу дать тем полноцу. У нас есть. Я там на этом самом лежаке оставил. Где, кстати? На этой самой, на полочке. На где? На полочке. Куда пошел? А, в ванной? Да. Я тебе хочу, Ань, просто показать. Дверь чуть не ёбнула у меня. Очень классный, после загара. Очень классный. И что, классный? Почему ты такой розовый, если ты крал? Классный. Что, я сгорел, блядь, это после загара. Ну. По консистенции очень крутой. Ты можешь сходить в душ и попробовать его использовать. Он классный. Для меня слишком сладкий. Он вообще ни хера не сладкий. Ну, по запаху. Да? Ну, ей вообще тяжело угодить. Такая мадам, блядь. Фея из Бомбея. Ну, призывка. Ну, нравится? Ну, нравится, но, блин, он такой... Ну что, соковат? Ну, ты заметила, что он не липнет? Нет. Вообще, он прям вот охуенный в этом плане. Что нет никакой липкости. Что он прям такой, да, он какой-то на водной какой-то основе. Что, Игорь? Игорь думает, что ему нужен тоже такой диван-зону. Где такую квартиру 60 метров купить? А сколько 10 метров, кстати? 120. Мне кажется, вот 120 – это прям вот прекрасный размер. Да, прям. Да, вот прям прекрасный. Для вообще, даже для двоих людей, даже да. Для одного. Вот, ну, один, два человека, хорошо. Один-два человека. Прям прекрасный размер 120. И здесь это нормально. Я же не про сантиметры. И здесь это нормальная ситуация. Скажи своим подписчикам, что меньше не было просто, реально нету. Да, кстати, просто здесь меньше нет метража. Аня очень хотела однушку, такую, знаете, как чтобы зайти сразу, была кровать и комната, ой, кровать и кухня. Нету здесь таких вариантов, тут только большие. Но Аньки не мало. Строят они такие. Не строят.
Это у нас только в России, блядь. Это у нас, да, блядь, по 20 квадратов. Ага, 25, блядь, есть. Вот именно 25-27 популярно. Так, знаешь, для иностранцев, что это такое? Думаешь, что это? Слушай, для Нью-Йорка... Подождите, в Нью-Йорке нормально. В Нью-Йорке такие есть отели. Да. Когда заходишь, а там только кровать. У нас был такой отель в Нью-Йорке. Когда ты заходишь, где открываешь, а у тебя только кровать. Самую маленькую гостиницу, ну, в смысле, по номерам, я видела в Сингапуре, когда заходишь, это просто... Ну, китайский квартал там был, и там просто заходишь и просто там падаешь. В Японии мы искали отель нормальный какой-нибудь. Не, в основном вот эти вот самые... как называются, ячейки. А. Типа капсулы? Типа капсулы. Ты заходишь, упал и все. Ты даже не заходишь, ты должен с чемоданом заползти. Да. Ну, это классно, да. Ань, когда домой? А? Когда домой? Не хочешь? Тварь такая. В конце августа. Может. Может, ну нахуй. Может, домой? Не, ну я приеду. Да, сгорает, приеду. В смысле, в конце августа она днюху? Не приедешь? Maybe. Не знаю пока что. Maybe? Может быть? Угу. Угу. Не зря учу английский, блядь. Кстати, ты который не учу. Который не учу, блядь. Который не учу, блядь. Ну, а что ты с преподавателем занимаешься? Ну? Ну, и? Ну, когда ты с ним занимался? Ну, это спрашивает. Некогда. А, поездки, да. Гастроли, репетиции. Глагол to be все еще изучаю. To be, present, simple. О, надо же уже. Тут еще изучаю, не помню. А мне Оля пишет, как вы там, Аня? Подождите. А Оля это по-английски? А нет, не учишься с ней сейчас? Нет. Ну, блин, слушай, просто не было, я не пойму, когда. Потому что мы с ней занимались, да, с 11 до 12. Ну, такое время. Я сейчас не могу с ним. Impossible. Impossible, да. То есть, либо это надо вообще утром. То есть, мне нужно узнать, где у меня есть слоты. А ты нахера, блядь? Ходи, блядь, в магазин и общайся. Да, это резко. Не. Английский надо попробовать. Здесь, конечно... Хозяй, как он придавился. Все на турецком, да? Не, ну на турецком, ну так, знаешь, допустим, мы встречались, у нас были встречи. Вы, допустим, Сергей, угу. Офигенно английский, и он прям вот так, то... я все понимаю, что он говорит, вообще все. Вот он говорит, я все понимаю. Он разговаривает с, там, с консультантом, девушка, да? Я понимаю половину. А потому что она может говорить либо какие-то сокращенные слова, либо, может быть, вообще мешает, блядь, турецкий, блядь, с английским, да. Понимаю, о чем суть. Блин, ну, все, что он понимает. О, все, что он говорит, понимаю. А она наполовину. Ну, причем у нас такие там были приговоры. Серьезные там. Не просто там, как дела там. Хабарили. Устал или? Устал? А чё ты устал-то? Бухать? Побухивал? Отдыхать. Отдыхать устал? Отдыхать тяжело. Отдыхать тяжело. Ты будешь на диване спать здесь? Нет, я туда уйду. Будешь, да? Кроватки. Где? Всё постирано, бельё всё постирали, всё. Помаши, Ань, скажи всё. Даже занавески стираю. Хорошего вечера, молодцы. Скажите. Не, в этом плане как бы не подготовлено. Ну, это прощай, скажи пока-пока. Пока-пока, я вас люблю. Игорь, ты тоже должен это сделать. Игорь, ты как сбитая касатка. Прибила. Кошка поцарала. Кошка поцарала. На Игоря кошка напала. В ресторане. Кошки из-за чего, чуть оборзевшие. Все.